Обращения поступают действительно практически ежедневно. Потребители не согласны с качеством коммунальных услуг, либо с их объемом, который выставляется для оплаты. Соответственно, обращаются непосредственно в управляющие организации, в ресурсоснабжающие организации. Если не находят должного ответа либо реакции, уже обращаются в том числе и в орган местного самоуправления. Необходимость изменений в жилищное законодательство возникла в связи с тем, что раньше жители обращались с требованиями о перерасчете как в управляющие организации, в ресурсоснабжающие организации. Сегодня законодатель решил установить единый порядок